Ребят, привет всем! Вы на канале Дом Рыбака у Вовы. Очередная рыбалочка. И сегодня у нас опять тематика карпа. Ну, понятно, на канале там, где ловят карпа. И сегодня мы приехали опять на Днепр. Второй у меня выезд на Днепр. Первый был с сыном. Второй я поехал в тот же день, переехал сразу на другое место, на другую сторону вообще Днепра, под вообще другую область. Был в Черкасской области, сейчас я в Полтавской, по-моему, в Полтавской области, да? То есть, смотрите, тут у нас еще больше вещей. Заехал я в Кремень, взял одного типа с собой, это Андрюша. Привет. Да. Короче, с собой я взял лодку, не знаю, ну просто она осталась со старой рыбалки, то у него корабль, может будем возить кораблем, тут нельзя на лодке, если нельзя, то будем кораблем возить. А так, ну посмотрим, лодка пусть будет, если что где-то заведет рыбка, то... А, маркер еще поставим, точно выплывем, маркер поставлю и потом будем кормить. Уже можно кораблем возить, если Андрюха будет возить. Тут сумка, он спиннингиста моего, блин, сын опять с нами, я что говорю, в тот же день поехали на другое место, так что сын тоже со мной, он на берегу, там уже погнал купаться, берег тоже офигенный, пляж, солнце. А мы опять, короче, методом тыка, ищем рыбу, туда поехали, пробуем везде. Да ну, блин, я уже помню, в прошлом году, позапрошлом, начинал ловить нормально уже в это время карпа. Очень даже так неплохо. А сейчас что-то нифига. Не можем разловить, но попробуем. Еще последний раз и все. Что там, как водичка? Ты опять на море, да? Как тебе, пойдет? Классно? Ну, а мы ставим ротпод сейчас, ребят. Идем. Чуть-чуть левее сместимся, ой, правее сместимся, то есть и поставлю от берега тоже метров так на, может подальше, 10. О, какой карасевич, смотри, килуха, как мои лапы, смотри, хороший. Ну, есть, проходик есть, все есть. Что это за варенки у тебя? Какие фрукты? Самодельные какие-то? Нет, тут я просто коробочку пересек. Это динамит. Динамит? Угу. Взял вот такой поводочный материал новый. Попробую у меня. Посмотрим, что он на разрыв. 0,2 мм, 25 метров, 15 на разрыв. 34,6 лб. Будем ловить, ребята, на вот такие болики. 20 номера и с попапами. Попапы сейчас возьмем у Андрюхи. Какие-то побольше попапы взять. Давайте вот такой возьмем попап. Это Pineapple Plume. Это ананас слива динамитовский. Сейчас его подрежем. Интересно, желтой стороной. О, давайте вот такой стороны. Интересный такой двуколер. Переделал все крючочки уже. Днепровский такой вариант. Подлиннее поводок. Вот, подлиннее под 20-й бойл. Чтоб он притык был. А то у меня все под кукурузку. Было под силикон, под попики небольшие. А сейчас
двадцаточки. Надо подлиннее его у вас. А что, щекани мне вот тут? Угу. Сейчас прошу комплекс Т поставлю, дам босс. Попробуй. Я поставлю сколько русская, да? Просто сырую, да, девочка? Ну да, с попапом. Наше плавсредство готово. Косян готов? Да, значит, сейчас приплывем и будем делать кушать, да? Картошку пожарим. Еще сосисками. Угу. 3 метра. Там написано 3 метра и 6,2. Он что, 3 метра? Карас 3 метра? Там написано 3,6,2. Смотри, на такой глубине зайчик находится. Понял. Сиди щось, да? Так два рази, да? Три. Три? Я тут стояв, ще було. Видиш, сюди плывуть. Хто? Так то, що туди тягнеш. Ну і що, там це декор? Или сбросив, да? Тянеш, да, ой, это... Та я думаю, можна. Да? Ну, сейчас, ну давай ще ще потягнеш. А жудочка дергалась, да? Ну тут мы были, тут паровозы очень редко. Да? Тут обычно на фокус или просто пик натягивают. Капец. Ну было провисание вот так. А я вижу, так и на финах она натянута. Не, ну карп по-любому, что укололся, рано или поздно не поплывай куда-то в сторону сбежит. Подсекаю, наверное. По концовке надо выйти. Подожди, если она будет шевелиться, понял, концовка. На шевелится, да? Ну, я на свингер смотрю. Я там что-то уже сидит по-любому, сколько она тут. Давай, пробуй. Она подсекает. Ну что? Есть, да? Да, вправо, дивись, колески йде. Ну, короб чи ні? Карась чи тарань? Це ти забрасував так, да? Угу.
А, только если он уже рядом. Он справа, ну да, да, да. Ну да, так, такая сторонка. Карасик. Карасик. Ого. Че, козел. А, козел. Подлящик. Все бывают такие заебы. Вот такого можно. Да? Уже ряхой будет. Хорошенький. А есть куда кидать? Ну да, садок. И поп-ап возьми, ходи сюда. Да. А он в садке. Да. Ну, це уже, да? Два раза больше, да, чем той? Да? Да? Да. Не? Один сантиметр больше. Один сантиметр? Да, чуть два. Не намного, типа, да? Да. Ну, мы таких наловим штук 10, та и хватит, да? Да. А весь на целый месяц. Так, а такого засушить можно? Да, не такого. А какие? Пожарить только, да? Или угостить кого-то. Да. Может, карать. Бачь, попики обновил. Да нет, что-то есть. Угу. Карась? Тарануха. О, тарануха, да? Тарануха? Ты что, зарабатываешь? Хороший. Ого. О, что-то самая попала. Блин, кстати, шкатушку нельзя на песок. Ого. Зайчик, а ну ты иди. Тут дядя бежит так, что снесе все. 20-ти бойлы? По-моему, нет. Это ананас. Вот те маленькие попапы. Да, да, есть, есть, есть. Думаешь? Таранука. Да подойди, не папа. Сейчас, если еще будет опускать. Ну да, хай зацепится, потому что им сейчас может только врезать в рот, знаешь, и крутиться там. А если зацепиться, піде натяжка по-любому, понял? Бо провисання це такое дело, да? Може і тарануха. Ну давай попробуем, перевезу. Давай. Там ще бробка ж може бути, да? Подорвав только, да? Груз. Полистай. Алис. Костик! Костик, ти не спиш? А вот это карпик, да? Это уже да. Бегаем туда-сюда. Да я думал, там оно и тут гигнение. Да, та леска провисла полностью. Да я вижу, подожди. Да нет, ну хороший. Так, будем сушить. Оп, есть. Реально там сидит, ребята. Ну, тут вытянули, там уже тяны, блин. Давай, Андрюш, ну там сидит реально, там полностью провисла леска. Я уже сбил. Есть, да? Да вроде, да. Да? Это тарань, там уже есть. Да не, есть. Ночи поклевочки. Шо? Давай, снимаем и сразу садок. Попик одевай. Костик, иди вытягу рыбу, я тебе обещал. Там удалась рыба. Дай. На. Крути. Ну, стой, 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 стой. Не сильно крути. Не сильно, понял? Ну сюда выходь. Сюда выходь. Ага. Я ж тебе казав, що не дергай, не дергай, не дергай. Плавно. На себе, понял? Я плавно. Хорошо. Ты только с кудочкой тяжел.
Не, есть. Ну. Потяни. Пока мы спим, ребенок тянет. Ну, процентов 90 рыбы, потому что я рыбки чув. А? Рыбки чув, хороший, пятерка. Стой. Поднимай. Подожди. Стой. Да, пятерка. Злая. Угу. Держи. Нет, это рыба. Это рыба такая. Рыба! Сход. Сошел, да? Да. Да? Да, Ленька. Капец, ну ты монстр, да? Нет, зашел. Надо было, блин, взять, ё-моё. Чего? Ну это капец, да? Я просто здесь дурит, как тебя натянуть. Двушка была, да? Двушка. Наверное, да. Может, трёшка. Ну ты, конечно, блин. Монстр. Может, ты крокодил был? Маленький крокодил? Маленький крокодил. А что, может быть? И рыбка есть. Да все и завозу. А, Днем. Угу. Да? Ну что? Кутулы маты. Есть что-то? Да есть. Диви она понад берегом вообще. Ты бачишь? Твоя, это право. Пацак принесешь? Так вот он тут. Костян. Это реально стоит? Ну, конечно. Да нет, пацак принеси. Костик. Че не надо пацак? Костик, принеси подсаку. Зачем? Оно. Да не тяни, ты зачем же ты наматываешь на руку? Я ж тут распутал. Вы что, вообще ненормальный? Дай ты подсаку. Ого, да тут хорошая рыба, чуешь? Тут пятера. Вы что, нормальный? Давай. Да. О. Так она уже так давно стояла. Та не, она только что пик. Не, ну так влево. А, ну влево то да. Так и шло хорошо и. Влево, бач, пришло. Заходи ближе в воду, не бойся, глубоко. Кара, не бойся. Я не видел. Хороша? Я не увидел, я просто клюкнул. Пятера. Думаешь? Да. Дай погуляю, чтоб не слить.
по ощущениям. Ощущения нормальные такие. А? Нет, там трёшка. А, здесь надо пошпать. Да? Кто ветром шатает? Костик, у нас рыба, бачишь, как? Нет. А? Вышла погулять. Бойкая днепровская рыбка. Кожны поднимает. Да, 4. Четверочка. Да? Угу. Хорош. Хороший. И что? Может, пятерик где-то. Пятерик. На комплекс Т. Ну, нормально. Даже да, есть, да. Угу. Где-то 4-5 такой. Четверочка, наверное. Да ну, тетенький вообще. Ну, перед цим касан було там менше, да? Та менше було, так. Да. Менше. Цей хороший вже. Такий самий. А ну, сфоткай мене. Так. Він ще закидри мене. Хай та йде. І відпустим, да? Хай пливе. Оп, погнав. У нас есть что там все-таки. Все, молодец, давай 5. Еще 6. Так, ребят, посмотрим, что мы тут наловили. Кидали, 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 кидали. Ну, какие-то козлики есть. Да, мы кидали. Если бы не наши два фидера у этих, то было бы скучно, кстати. Давай сейчас сразу трутим. Бегали каждый, блин, 5 минут до него. И подлещики такие, ну козлики, и кило или 800-граммовый такой коробчук. Ну, его мы заберем на жареху,